Еще один вариант вкуснейшего яблочного пирога. Мягкое и нежное тесто, ароматные сочные яблоки и сладкая крошка, устоять невозможно. Попробуйте приготовить яблочный пирог со штрейзелем, так называются сладкие крошки на поверхности пирога, которыми посыпают его перед запеканием. Пирог очень вкусный и простой в приготовлении, он не оставит никого равнодушным. К начинке можно добавлять орехи или любые сезонные ягоды, каждый раз получая новый и интересный вкус. Яблоко 500 грамм. Лимонный сок 1-2 столовые ложек. Корица 1 чайная ложка. Яйцо 2 штуки. Сахар 230 грамм в тесто. Кефир 200 миллилитров. Мука 320 грамм в тесто. Разрыхлитель для теста 1 чайная ложка. Растительное масло 100 миллилитров. Мука 30 грамм для штрейзеля. Сливочное масло 25 грамм для штрейзеля. Сахар 15 грамм для штрейзеля. Количество порций 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Яйца взбейте с сахаром до устойчивой пены. Добавьте кефир и растительное масло. Насыпьте муку и разрыхлитель. Перемешайте все до однородного состояния. У яблок удалите сердцевину, кожуру можно не снимать, и нарежьте дольками или кубиками. Сбрызните нарезанные яблоки соком лимона. Приготовьте штрейзель. Холодное сливочное масло соедините с мукой и сахаром. Перетрите руками до состояния крошки. Форму для выпечки смажьте маслом, дно и бока присыпьте мукой или манкой. Если форма разъемная, то предварительно застелите ее пергаментом. Половину теста вылейте в форму и разровняйте его лопаткой. Поверх теста выложите равномерно половину нарезанных яблок и посыпьте их корицей. На яблоки вылейте оставшееся тесто и сверху выложите вторую половину нарезанных яблок. Посыпьте яблоки корицей и подготовленной крошкой, штрейзелем. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около часа. Готовность яблочного пирога со штрейзелем можно проверить деревянной шпажкой. Готовому пирогу дайте постоять в форме 15-20 минут. Затем нарежьте его на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!